И снова здравствуйте, всем привет. Итак, давайте сейчас попробуем сделать, значит, проход анимации именно двух персонажей с разных анимаций. Так, значит, анимация миксамовская, значит, у нас есть барыня. Тут, конечно, нужно барыне еще, может, какой-нибудь тулупчик добавить. Все-таки персонаж, ее мужик в шубке в какой-то там, в пальто в теплом более-менее. С воротником, да? Итак, анимация у нее вот какая. Чуть-чуть пусть подхрамывает, такая, ну, нормальная, да? Все зашибись. Так, теперь переходим на первый кадр. Где тут у нас он будет? Значит, заходим в постмод. И, значит, английское A и G. Так, Ctrl-Z, как же это? Так же, да? Английская А, и тут А, и тут А. Так, G переносим. Смотрим, первый кадр не достает. На нулевой пока поставим. И, значит, что у нас получается? Здесь нужно привязать глаза. Заходим, значит, в Object Mode, выбираем глаза, убираем Rig. Заходим в Post Mode, выбираем косточку головы. Ctrl-P, значит, Bone. Так, Object Mode. И значит, что все, видите, все привязано. Тут дергание пошло. Почему? Потому что у нас присутствует первый кадр. Теперь нам нужно зайти, значит, в Post Mode и G. Поставить все это на нулевой. Так, все, здесь уже зацикливание срабатывает. Теперь нам понадобятся паханые. Ну, в смысле, не пахан, а этот... Как его называют? Муж, во. Давайте закинем прям в этот файл, значит, импорт FBX файл с миксама. Найдем какой-нибудь файл, вот как-то так-то. Персонаж тут больше. Давайте его уменьшим. Подведем его, значит, куда-нибудь к боку. Так, чуть-чуть побольше, под кепки, да? Ну, чтобы она хоть чуть-чуть доставала до плеча ему, до руки. Так, теперь преобразуем, так, N-панель миксама, делаем ему тоже замену рига. Заменили удачно. Теперь нужно выбрать этого персонажа и, значит, в постмод английская A, G подвести на нулевой. Так, здесь у нас 39 кадров. Ну, без разницы. У нашей гражданки 38. Вот, видите. И вот заканчиваем 38 кадром. Так, смотрим, куда идет наша гражданка. Где она дергает руки. Мне вот интересно, с нулевого кадра все начинается. И, значит, что нам понадобится? Зайти в постмод и давайте вот этот первый кадр туда... Ликвидируем, да? Так. Почему-то прописались, значит, на этот кадр. А ну-ка, G подведем. Так, она и тут начинает дергать, да? А ну-ка, английская А. Так, Ctrl-Z не выделил я, значит, все покадровки. Так, английская А. Смотрим, что у нас. Так, G. Переведем. И откуда-то получились у нас вот эти кадры. Так, эти кадры тогда delete долой. Смотрим, насколько она зациклена. Так, ну, вроде бы порядочно, нормально. Так, N-панель закрою. Так, включить на скринкаскей, чтобы вы видели, что я буду нажимать. И теперь какая штука. Смотрите. Нужно эту гражданку прописать под этого персонажа. Ну, что она держит его за руку, да? Это семейная пара. И она шиздует куда-нибудь. Там на совещание, на какие-нибудь декларации и тому подобное. Так, значит,
чуть-чуть персонажа вытаскиваем вперед. Вот таким вот образом. Единица на нампаде. Пусть идет впереди чуть-чуть. Так, идут они почти в ногу, все нормально. Выбираем персонажа одного, через Shift выбираем гражданку, заходим в постмод и нужно переписать анимацию. Так, нам нужно прописать руку ему. В каком варианте? Так, это рука гражданки. Вот она, рука нашего персонажа. R. Перекрутим. И как бы вот, как вот всегда держит, да, к животу вот так вот. Оп. Вот, рука у него согнута. Более-менее нормально. Теперь выбираем. Найти нужно его локоть. И локоть подвести чуть-чуть в бок. Так, пока займемся рукой, да? Все нормально. Это загнем потом под наш воротник, ну под эту штукенцию, которая висит. Так, прописываем руку и вот эту, значит, так, вот эту маленькую сферу. Прописываем и удаляем все кадры вот этим, значит, нашим костям. G. Перетаскиваем на первый кадр и смотрим, как идет персонаж. Видите, что рука на месте, не есть гуд. Значит, первый кадр есть. Десятый пропишем. Поднимем руку, значит, G. Пропишем ему и лок рот. На двадцатом, значит, G. Чуть-чуть пониже. И пропишем наш локоть. Значит, G. Выбираем локоть и нашу руку. Единица на нампаде. Прописываем и лок рот. И, значит, 25-й, 30-й. Нужно вот этим, как я сферам тоже удалил, значит, анимацию. Видите, что здесь ломка идет вот этой сферы, да? Так, и прописка. Поднимается персонаж кверху, видите, а рука у нас все еще на месте. Так, здесь рука уходит вниз. И, значит, на 30-м мягенько поднимается чуть-чуть. Можно ее наклонить и G как бы кверху. Так, здесь у нас кисть. Тоже можно перевернуть, чуть-чуть приподнять. Переписать первый кадр и Shift D. Поставить его, значит, на конечный. Ну вот нормально, уже кисти он вроде бы как воет, уже движуха какая-то создалась. Так, ну вот здесь вот мне не нравится, что идет дергание вот этой сферы. Угу. Shift D, перепишем сферу на конечность первого кадра. Во. Почему? Потому что гражданка его вроде бы как за руку должна подтягивать, да? Наверное, в эту сторону. Так, теперь нам понадобится рука гражданки. Вот она, рука гражданки. G. Мы ее куда подставляем? Подставляем под нашего перса. Так, G. Ну, чтобы сильно не западало. И чуть-чуть, значит, перекручиваем, как будто... Ну, держит, да?
прописываем и локрот, и все кадры, значит, для руки мы удаляем. Delete. G переводим на первый кадр. Смотрим. Идет гражданин. На 10-м кадре рука гражданки постоянно должна следовать за, значит, локтем нашего персонажа. Прописка. Так, здесь видите, что на 15-м кадре здесь рука у нее западает нашего персонажа и чуть-чуть должна как бы, ну, отклониться, да, там бы, оп. Тут бы, по идее, всю гражданку подтянуть. Так, а ну-ка, если мы оттянем всю гражданку на 15-м кадре, значит, ее таз мов поставим. Чуть-чуть, значит, раз так, опа. Оттянем. Потом подгадаем, под ключицу пропишем нашему персонажу. Пропишем, значит, а ну-ка, и. Вот, видите, незаметно, что она там отдалилась. Нормально. Так. И, значит, тут рука у нее, ну, чуть-чуть создает движение. Угу. И прописка. Так, нормально. Заодно сразу пропишем эту руку. Так, лишние кадры удаляем. Опять же, чтобы не было, видите, вот этого дергания. Так, значит, на этом кадре, на этом. Так, посмотрим сейчас. Значит, на первом кадре, опять же, последний кадр, Shift-D. Так, это G. Так, на 5-м она там же. На 10-м. На 10-м она, значит, должна чуть-чуть выйти вперед. Значит, эти кадры нам уже точно не понадобятся. Так, так, так. И, значит, вот. Здесь она вот на 20-м кадре у нее рука должна подойти. Так, смотрим, что получится. Раз, видите, более мягче, более нормально. А вот здесь уже получается у нас дергание. Значит, вот эти кадры тоже долой. Так, вот это уже не есть гуд. Так, здесь у нас рука выходит, значит, G вперед. Во. А здесь она чуть-чуть приподнимается. Просто, ну вот видите, напряжена рука у нее. Значит, нужно ее чуть-чуть вверх поднять. Дальше мы ее выводим вперед. И здесь как бы, наверное, взмах дадим ей. Опа. И прописка. Так, а здесь она мягенько должна уйти назад. И здесь, значит, рука, опа, аж вот так можно, оп, и подвернуть. И прописка тогда, Shift-D, на первый кадр, последний кадр. И смотрим, что получилось. Ну, гражданка идет. Где-то можно вот здесь и, значит, расслабуху, наверное, дать, а ну-ка, и. Ну вот, нормальненько так, потихоньку он мотыляется. Можно потом усилить и побольше сделать амплитуду. Вот раз там, допустим, в бок чуть отвести, чтобы она, оп, впереди была. И вот она уже там где-то болтыхается, все нормально.
Так, что у нас теперь с персонажем вот этим? Здесь нужно ему тоже подправить вот эту штуку, где западает, вот это здесь, на 15-м кадре, западает рука нашей гражданки. Так. Плечо побольше и прописываю И. Так, предыдущие кадры delete и последующие тоже delete. Так. Вот здесь она дает натяжку ему, значит, да? Значит, рука у него, а ну-ка, G. Даже не рука, а ключица. Приподнимается еще выше. Раз. Ну вот уже более-менее, да? Но там еще происходят какие-то такие события. А ну-ка, смоем. Вот, западение идет тут. Раз. И вот на этом моменте, а ну-ка попробуем обмануть судьбу, на 15-м кадре, значит, семерка на нампаде, чуть-чуть персонажа, если вперед наклонить, а ну-ка. Тогда предыдущие кадры, чтобы все это мягко было, удаляем к ядрене фени. И видите, он от тазовой кости, потом уже нужно тут долгая песня записывать. Так что мы это оставим. Не нужна эта штука, значит, а ну-ка, ну, более-менее идут, да? Ну, какая она страшная, мать моя. Так, сзади что еще можно сделать? Оп. 15-й кадр. Видите, у гражданки идет натяжка руки. Значит, мы эту руку гражданки немножко ослабим. А ну-ка, G. Прописка. Так, что там на 20-м? Ну, в принципе, что, она его под мышку держит. Тут все хорошо. Так, ну тут бы, конечно, еще на 15-м кадре гражданки вот этот плечо поднять. А ну-ка, и. Видите, она теперь будет дергаться, ее ключица. Почему? Потому что нужно хотя бы освободить ей место для плавности, каких-то пару кадров. Видите, теперь оп, помягче она опускается, потому что в нее есть запас. Значит, вот этого расстояния для смягчения опуска. Так, что еще? Что такого, значит, еще у нас не хватает? Так, ну, в принципе, что? Гражданка идет, барин идет, ну, ничего тут такого. Оп. Придется, наверное, еще пару кадров удалить. А ну-ка. Так, и поставить вот этот подъем на 15-й, по новой прописать чуть-чуть тогда. Оп. Ну и все, вот она вниз пошла. Тут чуть-чуть приподнимается, уже все нормально. Так, что еще можно этакое тут замутить? Значит так. Вот тут у нашего персонажа, опять же, видите, провалы в шмотке. Эту шмотку нужно перевязать. А ну-ка. Подключаем, значит, ей вот этой шмотки
анимацию и выбираем нашу шмотку, привязываем Ctrl-P White Empty Group. Так вот, видите, тут уже не есть хорошо. Придется нам вот эту анимацию всю теперь передвинуть. Выбираем одну персонажку, второго персонажа. Заходим в PostMod, английская А. И значит G, А. Выбираем еще, чтобы все были под кадры выбраны. Значит, ставим 41. Так, начало со второго кадра. А на первый, значит, мы вот этим персонажем сделаем А, Alt-G, Alt-R и прописку. Так, все, это дело сделано. Теперь можно работать с нашими вот этими персонажами. Давайте сейчас поднастроим их не вот эти провалы одежды. Сохраню файл, файл Save As и, значит, перепишу кадр. Ну, в смысле этот. Файл. Так, выбираем, значит, нашего персонажа, вот этого. Заходим в Sculpt Mode, добавляем ему Shape Key, базис Key первый, допустим, можно переименовать и поставим, значит, в единицу. Так, S. Как бы его надуть? Так, выберем Elastic Deform вот этот, да? И давайте X-симметрию поставим и попробуем все это дело поднадуть. Вот так вот. Пропишем это на первом кадре и уберем в ноль. Заходим теперь, находим... Так, нашу шмотку вот эту, заходим в модификаторы, находим, так, как она называется, так, Surface, так, вот он, Surface Deform, и ставим нашего персонажа, и нажимаем Bind. Теперь, если мы зайдем, значит, выберем... нашу вот эту нашего персонажа и зайдем в Sculpt Mode, тогда выбираем модификаторы, прибавляем, и вы видите, что персонаж, видите, он уже не пролазит, полностью прибавляется. Так, давайте то же самое сделаем с гражданкой. Выберем нашу гражданку, зайдем в Sculpt Mode, добавим ей модификаторы, прибавим в единицу, найдем Elastic Deform, поставим на X-симметрию и, значит, что у нас? Оп. Поднадуем нашу гражданочку. Так, пропишем и уберем в ноль. Так, теперь, значит, что у нас получается? Прописка в нолях, да, и заходим в Object Mode, выбираем нашу шмотку, заходим в модификаторы, находим Surface Deform, выбираем нашу гражданку и жмем Bind. Во, вы видите, все, теперь ничего не пролазит, не выскакивает где-то чего-то там как-то, да? Ну, складки есть. Так. Так, это что у него тут красненькое такое? О, зубы. Так, не вопрос. Выбираем нашего, значит, персонажа. Заходим в Edit Mode. Ставим ему, значит, по прошлым роликам In Front. Так, вытягиваем тройка на нампаде E косточку. Alt-P, Clear Parent. Если будете вставлять, то гражданку можно, в смысле, удалить. В смысле, скрыть, это английская H. Так, G ставим на нижнюю челюсть. Shift-D еще выше поднимаем, чтобы было две косточки. Shift выбираем
Выбираем голову Ctrl-P типа Offset. Заходим в Object Mode и перевязываем нашего персонажа Ctrl-P White Automatic Widget на кости. Так, не беда. Почему? Потому что гражданин привязан к нашему пивоту. Нам просто нужно нашего... Так, Ctrl-Z. Нужно выбрать нашего гражданина и, значит, завести в нашу шкуру. Так, оп. Все, теперь он будет тут идти, но тут единственное, в чем косяк, видите, что нужно его еще подправить. Я же его вперед выдвигал, завести в нашу шмотку. И чуть-чуть подправить, да? Ну вот уже, как говорится, хорошо. Так, вот уже, как говорится, хорошо. Но нужно еще ему зубы вот эти вот найти, значит, текстуры. Ну, я их сейчас навряд ли, наверное, найду. Я их просто поудалю. И пусть они просто зубы будут белые. Теперь заходим в Pose Mode. Выбираем рот нашего персонажа и закроем. Вот так вот. Такой будет серьезный. Ну, можно еще кости на глаза вставить, добавить анимацию, значит, мимики лица. Ну, это уже со временем сделается. Ну, а пока вот такой результат. Вот идут куда-то богачи, да? А ну-ка, что тут после поправки нашего персонажа? Так, тут все нормально, но есть одно но. Есть одно но, нужно его перевязать. Значит, ставим ему Surface Deform. Опа, 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 на, заплясался пацан. Так, это нам на шмотку вот надо, да? Так, 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 так. А как же наш... А, во, чуть-чуть его. Тогда рука вылазит. Так, так, так. Что ты тут конючишь? Так, до упора потом добавляем модификатор, да? Что-то я запутался. Добавляем модификатор, добавляем нашего персонажа Bind. Ага, США. Вот, теперь добавляем модификатор Surface Deform. И значит тут уже Bind.
Так, ну все равно что-то у него вылазит. После вставки костей перевязка прошла. Так не делайте, делайте все сразу. Сначала вставляйте кости, а потом уже делайте все настройки. Ну, все равно результат более-менее нормальный. Еще вот руку заставить двигаться помягче тут, да? А то она висит. Или дать ему в руку какую-нибудь трость. Тоже будет прикольно. Ну, вот такая штукенция. Так, что у нас по гражданке еще, значит, платье есть. Можно и добавить, значит, шипки. Еще добавляем настройку. И здесь где-то зайдем, допустим, в скульпт-мод и попробуем. Так, а что ты не работаешь? Потому что на ней стоит модификатор. И эта штука, видите, уже работать не будет, шипки. Понятно, будем знать. Давно так не делал. Так, ну вот такой какой-то результат. Юбка, конечно, желает лучшей настройки. А ну-ка, если сейчас вернемся, значит, на первый кадр, отключим ей вот эту всю шнягу, добавим Ctrl-P White Empty Group, тогда выбираем Data Transfer, выбираем нашего персонажа и, значит, Vertex Group и поставим ей, допустим, фейсы. Файл Apply. Так, ну так, по-моему, то ли лучше, то ли нет. Так, и значит теперь добавим модификатор Surface Deform нашу гражданочку и нажмем Bind. И тут вообще пошел гон. Потому что полигонами она привязана. Так. Закроем и перевяжем назад. Ctrl-P. White Automatic Widget. Так вот получше будет. Так. Майка проваливается. Значит, опять же на первый кадр. И значит, модификаторы. Surface Deform, опять же, на нашу гражданку. Так, а если еще выбрать вот эту штуку и попробовать еще сабдивизии добавить, это будет, наверное, жестко, да? Ну, более четче, но, как говорится, тяжелее. Ну, вот можно теперь вот именно, ну, в таком виде более-менее пойдет, если там вот какие-то моменты не показаны. Ну, допустим, вот с этого расстояния, допустим, вот они идут, показать их сдалека, потом показать их вот спереди. Можно сбоку, там, ну, где-то частично, допустим, зацепить юбку, там, хоп, где-то пролет, ну, чтобы не было разрывов видно. И тогда это дело можно перекрыть. Попробовать у гражданки удалить ноги. А ну-ка. Скроем нашу вот эту аж. Знаете, как выглядит? Ух, аж жалко репетузы эти резать.
И теперь заходим, значит, в Edit Mode, выбираем рентген. Сбрасываем щелчок левой кнопкой мыши, делаем пробел. Ну, где-то до таза, да? Ноги Delete вертексы. Object Mode. И, значит, Alt-H возвращаем платье, переходим на текстурки. И перевязываем нашу вот эту платью. Ctrl-P, White Automatic Widget. Вот, видите, ног нет и уже разрывов нет. Вот. Так что, если будете делать, по прошлому ролику удаляйте ноги нафиг. Потому что их там не видно и, в принципе, они тянут вот это вот все дело. Ну, как быстренько ходит, видите, оп, шлеп, оп, оп-па-на. Так, ну вот такая информация. Посидел, побаловался с гражданками, вот этими, с гражданами. Все, всем пока, до свидания.